Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами научимся вязать вот такую вот красивую шаль крючком. Для вязания буду использовать один цвет пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок под номером 3. Ну что ж, давайте не будем затягивать и приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с того, что набираем цепочку из воздушных петель. Первую петельку мы затягиваем. Ее мы не считаем. Дальше набираем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Теперь в первую петлю, не в ту, которую затянули, а вот первую воздушную рабочую петлю, мы соединительной присоединяемся. Дальше набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Они нам служат первым столбиком с накидом. Теперь в колечко. Вяжем второй столбик с накидом. Вот у нас получилась первая связка из двух столбиков с накидом. Дальше набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Теперь сюда же в колечко провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Вторая связка из двух столбиков получилась. 3 воздушные, 2, 3. В колечко вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Третья связка получилась. Вновь 3 воздушные, 2, 3. И колечко вяжем 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Вот смотрите, у нас получилось 1, 2, 3, 4. 4 связки из 2 столбиков с накидом. Между ними по 3 воздушные петли. Переходим к следующему ряду. Разворачиваем наше вязание и под цепочку из воздушных петель переходим в соединительные. Набираем 3 воздушные, 2, 3, они нам служат первым столбиком с накидом. Теперь под цепочку вяжем второй столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же под цепочку вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый, и сюда же второй. Вот таким образом, как мы сейчас с вами провязали вот эту вот часть, мы будем вязать теперь начало и конец нашего ряда всегда. Так, теперь дальше провязываем 3 воздушные. 1, 2, 3. И переходим к серединке. Серединку мы с вами вяжем 1 столбик с накидом. 2 воздушные. 1, 2. И сюда же 1 столбик с накидом. Дальше 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь повторяем вот эту вот связку с этой стороны. То есть в начале и в конце мы провязываем одинаково. То есть вяжем 2 столбика с накидом. Первый, сюда же второй. 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь сюда же 2 столбика с накидом. Первый. И сюда же второй. Переходим к следующему ряду. Следующий ряд начинаем так же, как предыдущий. Разворачиваем вязание и под цепочку из воздушных петель соединительно переходим. И начало ряда вяжем как обычно. 3 воздушные петли, которые служат столбиком с накидом. Под цепочку провязываем второй столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. И вновь под цепочку вяжем 2 столбика с накидом. Первый и второй. Мы провязываем с вами 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь смотрите, вот у нас идут здесь 2 столбика. Мы их поворачиваем вот на себя обратной стороной, вот так. И будем вязать, делаем накид. Вот, видите, с серединки под первый столбик. Я надеюсь, что я понятно показываю. Вот он столбик.
Вот под ним, под него вот так заводим крючок и провязываем 6 столбиков с накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот видите, вот наши два столбика, вот они, если вот по лицевой стороне, по которой мы сейчас с вами вязали, а вот обратная сторона. Теперь находим с вами вот этот вот промежуток между нашими двумя столбиками, между вот этим и этим. И будем вязать вот таким образом. Провязываем сюда 3 столбика с накидом. Провязываем первый столбик, второй и третий. И вот у нас второй столбик остался свободным. Под него мы будем вязать вот таким образом. То есть у нас, как бы, видите, круг такой, полукруг идет. И под него мы провязываем также 6 столбиков с накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот что у нас получилось с этой стороны, а вот так вот получилось с обратной. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Раз, два, три. Теперь будем вязать точно так же, как вот здесь. То есть мы с вами вяжем 2 столбика, 3 воздушные, 2 столбика. То есть вот этот мы пропускаем промежуток, а вот в последний вяжем 2 столбика. Первый, сюда же второй. 3 воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. Переходим к вязанию следующего ряда. Разворачиваем вязание. Переходим в соединительную арку и провязываем ее как обычно. То есть 3 воздушные петли, которые служат нам столбиком с накидом. И сюда же вяжем второй столбик с накидом. Дальше. Раз, два, три воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый, второй. Дальше провязываем 3 воздушные, 2, 3, и под цепочку вяжем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, и теперь вот сюда будем вязать пышные столбики. Делаем накид, вытягиваем 1, петелька, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязываем все петли, кроме последней. Последние две провязываем вместе. 3 воздушные. 1, 2, 3. Повторяем. Точно такой же пышный столбик. Делаем накид. Вытаскиваем. 1 петля. Накид. 2, 3, 4, 5. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние две провязываем отдельно. 1, 2, 3 воздушные и еще один такой пышный столбик сюда же. Вытаскиваем 1, 2, 3, 4 и 5. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние две провязываем отдельно. И теперь повторяем вот эту сторону. То есть вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Под цепочку столбик без накида, 3 воздушные, 2, 3, и закрываем вязание ряда как обычно. 2 столбика с накидом, первый, второй,
3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и 2. Переходим к вязанию следующего ряда. Так, разворачиваем вязание, соединительное, переходим под цепочку. И начинаем вязание, как обычно, с 3 воздушных, 2, 3, это наш первый столбик с накидом, сюда же вяжем 2. 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и сюда же 2. Дальше провязываем 3 воздушные, 1, 2, 3. Под следующую цепочку вяжем столбик без накида. Далее вновь 3 воздушные, 2, 3. Под следующую цепочку столбик без накида. А теперь сразу переходим под следующую цепочку. И под нее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И под следующую точно так же. 1 столбик, 2, 3. И с обратной стороны повторяем вязание. То есть под следующую цепочку вяжем столбик без накида, 3 воздушные, 2, 3. Под следующую цепочку столбик без накида, 3 воздушные. И теперь в конце провязываем, как обычно, 2 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушные, и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и 2. Переходим к вязанию следующего ряда. Разворачиваем вязание, соединительно переходим под арку из воздушных петель. Начинаем, как обычно, с 3 воздушных, которые служат первым столбиком с накидом. Сюда же под арку вяжем 2 столбик с накидом. 1, 2, 3 воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. 1 и 2. Дальше 3 воздушные. 1, 2, 3. И теперь вот в этот столбик без накида мы провязываем патентный столбик с накидом. То есть каким образом? Мы сделали накид на крючок, заводим сюда крючок, вытаскиваем ниточку, провязываем одну петельку, еще одну и теперь 2. То есть у нас получился столбик как бы удлиненный. Теперь вяжем 2 воздушные и сюда же вяжем такой же столбик. Вытаскиваем ниточку, провязываем 1, 2 и 3. Это у нас уже заготовка для следующего вот такого элемента. То есть здесь у нас он был 1, в этом ряду будет 2. И так дальше он такой, ну, по такому количеству они будут увеличиваться. То есть 2, 3, 4 и так далее. Теперь мы с вами вяжем 3 воздушные. 1, 2, 3. И находим, вот у нас была цепочка из воздушных петель, куда мы провязали 3 столбика без накида. Мы находим с вами 2 столбик без накида. Под 2 стеночки петли вяжем столбик без накида. 3 воздушные. И теперь следующий наш вот этот промежуток, следующая цепочка, находим 1, 2 столбик. Во 2 столбик вяжем столбик без накида. 3 воздушные. И теперь повторяем, как вязали с этой стороны. Находим вот этот столбик без накида, в него вяжем патентный столбик с накидом. Провязываем 1, 2 и 3. 2 воздушные. И теперь сюда же такой же столбик. Провязываем 1, 2 и 3. 3 воздушные петли. И заканчиваем вязание, как обычно. 2 столбика с накидом. 1. 2, 3 воздушные и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и 2. Переходим к вязанию следующего ряда. Смотрите, я провязала начало ряда точно так же, как мы делали раньше. Теперь вяжем 3 воздушные и будем вязать вот такой вот наш элемент. То есть находим нашу заготовку. Вот эти вот 2 столбика являются заготовкой.
поворачиваем вязание и под вот этот столбик вот таким образом начинаем вязать. Провязываем 6 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Теперь находим с вами, вот видите, между нашими двумя столбиками, вот сюда будем вязать. Вот один столбик, вот второй. А вот сюда мы с вами будем вязать 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Теперь переходим под вот этот столбик, под второй. Вот сюда. Под него провязываем 6 столбиков с накидом. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Дальше провязываем 3 воздушные. Раз, два, три. И находим с вами вот первую цепочку пропускаем, а вторую, вот эту вот, которая была у нас над пышными, да, столбиками, мы вяжем сюда столбик без накида. Дальше 3 воздушные. И вновь, видите, следующая наша заготовка, мы ее провязываем точно так же, как вот здесь вязали. То есть поворачиваем вязание и под наш первый столбик вяжем 6 столбиков с накидом. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. И 6, то есть точно так же. Теперь вот между нашими, вот смотрите, один столбик, вот второй, и вот сюда вот в ту петельку, из которой они, грубо говоря, выходят, мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, не очень удобно бывает, конечно, вязать второй и третий. И теперь под второй столбик с накидом мы также вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Нитка убегает. 6. Теперь 3 воздушные и смотрите, заканчиваем ряд точно так же, как начинали, то есть 2 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушные, 1, 2, 3, сюда же 2 столбика, первый и второй. Переходим к вязанию следующего ряда. Ряд я начала как обычно. Теперь набираю 3 воздушные петли и под первую цепочку вяжу столбик без накида. Дальше 3 воздушные. И теперь будем вязать вот такие вот пышные связки из 3 пышных столбиков. Делаем накид. Под цепочку вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе, кроме последней. Последние 2 провязываем отдельно. Дальше 1, 2, 3 воздушные. Опять сюда же накид. Вытаскиваем 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем все вместе, кроме последней. Последние 2 вяжем отдельно. 1, 2, 3. Накид,
Вновь провязываем. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние две вяжем отдельно. Теперь раз, два, три воздушные. Под цепочку ближайшую вяжем столбик без накида. Три воздушные, два, три. Под следующую цепочку вяжем столбик без накида. Три воздушные. И повторяем вот этот элемент. Делаем накид, вытаскиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все петли, кроме последней. Последние две вяжем отдельно. Раз, два, три воздушные. Повторяем накид. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все петли вместе, кроме последней. Последние две отдельно. Раз, два, три воздушные. Накид. Раз, два, три, четыре, пять. Провязываем все петли, кроме последней. Последние две вяжем отдельно. Раз, два, три воздушные. Столбик без накида под цепочку. Дальше. Раз, два, три. Завершаем ряд, делаем накид, провязываем два столбика с накидом. Три воздушные. И сюда же два столбика с накидом. Первый и второй. Переходим к вязанию следующего ряда. Итак, начало ряда провязали как обычно. Дальше вяжем три воздушные. Под первую цепочку вяжем столбик без накида. Три воздушные. Под следующую цепочку вяжем столбик без накида. Дальше. Под следующую цепочку вяжем три столбика без накида. Раз, два, три. Под следующую цепочку также три столбика без накида. Раз, два, три. Под следующую цепочку один столбик без накида. Дальше три воздушные. И под следующую цепочку один столбик. Три воздушные. Под следующую цепочку один столбик. Под следующую цепочку три. Раз, два, три. Под следующую также три. Раз, два, три. Под следующую вяжу один столбик. Дальше три воздушные, два, три. Под следующую цепочку один столбик. Три воздушные. И завершаем ряд, как обычно. Два столбика с накидом. Первый, второй. Три воздушные. И также сюда же два столбика. Раз и два. Переходим к вязанию следующего ряда. Смотрите, мы провязали начало ряда как обычно. И теперь у нас будет ряд, грубо говоря, основы для наших вот этих вот следующих элементов. То есть здесь у нас вначале был один элемент, потом два, сейчас будет три. И так с каждым разом их будет становиться больше. То есть мы с вами будем вязать вот эти вот два столбика, да, за которые мы вязали вот эти вот наши элементы полукруглые. Для этого мы с вами набираем 3 воздушные петли и находим наш вот этот вот столбик без накида и вяжем в него патентный столбик с накидом. Далее 2 воздушные и опять сюда же такой же столбик. 3 воздушные. Раз, два, три. И теперь здесь находим в этой арке второй столбик. Сюда вяжем столбик без накида. Три воздушные. Раз, два, три. Находим следующую арку, второй столбик. Также вяжем столбик без накида. Три воздушные.
и находим вот этот столбик без накида, и в него вяжем патентный столбик с накидом. 2 воздушные, и сюда же такой же столбик. Три воздушные петли. Находим вот этот промежуток, здесь второй столбик, сюда вяжем столбик без накида. 3 воздушные. Находим следующий промежуток, второй столбик, сюда также вяжем столбик без накида. 3 воздушные. Находим наш вот этот столбик без накида, и в него вяжем патентный столбик с накидом. 2 воздушные петли. И сюда же еще один такой же столбик. Далее 3 воздушные. Заканчиваем вязание как обычно. 2 столбика с накидом. Первый, второй, 3 воздушные. И сюда же 2 столбика с накидом. Первый и второй. Переходим к вязанию следующего ряда. Смотрите, видите, у нас получились вот эти вот основы под вот такие вот наши элементы. Начали мы с вами вязание как обычно. Дальше набираем 3 воздушные петли. Теперь смотрите, будем вязать вот эти вот наши арочки. То есть 6 столбиков, 3, 6. То есть мы с вами сейчас поворачиваем вот так вот вязание на себя. И под первый вот этот столбик провязываем 6 столбиков с накидом. Теперь вяжем 3 столбика вот сюда, вот так, между как бы нашими двумя столбиками с накидом. Провязываем сюда 3 столбика. Первый, второй и третий. И теперь за вот этот наш второй столбик также провязываем 6 столбиков с накидом. Вот. Теперь дальше провязываем 3 воздушные. Раз, два, три. И находим вот не первую цепочку, а вот эту вот вторую нашу цепочку, которая над пышными вот этими столбиками. Серединку, да, которая над средним столбиком. И сюда вяжем столбик без накида. Дальше 3 воздушные. И вновь у нас идет вот этот наш элемент. Провязываем точно так же. Поворачиваем. За первый столбик повернули, да? За вот этот столбик вяжем 6. Потом между столбиками 3 и опять 6. Вот я провязала 6 столбиков. И теперь точно так же, как вот здесь, я провязываю 3 воздушные петли. 2, 3. Нахожу вот эту вот арочку, которая вот над средним нашим пышным столбиком. Сюда вяжу столбик без накида. Дальше вяжу 3 воздушные. И вновь перехожу к нашей вот этой вот галочке, к основе, поворачиваю вязание. Под первый столбик вяжу 6 столбиков. Потом между двумя столбиками вяжу 3. И под следующий также вяжу 6. То есть полностью повторяю наше вязание. Все, и завершаем с вами вязание точно так же, как вот начинали. То есть провязываем 3 воздушные петли, 2, 3, и теперь вот сюда, в последний промежуток, вяжем 2 столбика с накидом, 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же 2 столбика с накидом, 1 и 2. Смотрите, все дальнейшее вязание у нас будет идти по тому же принципу, как мы с вами вязали вот эти ряды. Только исключение будет то, что у нас было здесь один, был вот такой один элемент, потом 2, 3, 4 и так далее. Чем больше вы будете вязать таких элементов, тем больше, соответственно, у вас будет размер шали. То есть следующий ряд у нас уже будет с вот такими вот пышными элементами. И так далее. Вяжем так до тех пор, пока не получим нужный размер нашего изделия. Взгляните, какая получается красота, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, что он вам понравился и все было понятно. Если это так, тогда ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои дальнейшие мастер-классы. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.